Ребят, я нашел способ, как заработать на своих яйцах. Rich Birds – первая онлайн-игра с выводом реальных денег. Покупай себе на ферму птиц, продавая снесенные ими яйца за серебро и обменивая его на реальные деньги. Я знаю, подобные проекты могут вызывать сомнения, но Rich Birds работает уже более 2 лет и исправно выплачивает деньги своим игрокам. Ссылка в описании. Заработай на яйцах. Ну ты чё? Куда? С Камчатки. Знакомство. 16. Блять. Андрюша, сфоткай. Знаете, я еще никогда себя не чувствовал ни дома лучше, чем дома. Кстати, говорят, что здесь очень жесткие правила, что здесь очень жестко, что там, знаете, кому-то несовершеннолетнему продал бутылку пива, и продавца уже садят. Ну, в принципе, а что? Знаешь же, что нельзя такого делать? Нахер малолеток спаивать? Пускай покупают взрослые, и малолетки бухают потом. Мерехтытяк. Планирую в Минске наснимать как можно больше влогов. Я здесь буду 3 дня. Хочу как можно больше и для себя увидеть, и вам показать. Так, где же она, девочка? Это договорились же здесь встретиться. Я чувствую себя счастливым почему-то. Девочка хрюкает. Привет. Привет. Здравствуй. Здравствуй. Так, давай знакомиться. Да, меня зовут... Как тебя зовут? Тамара. Угу. Чего она так быстро снимает? Ты откуда? Тамара. Да, точно. Ну давай экскурсии. А что такое? Мы ждем сейчас девочку вторую. Настю. Да. Пошли к метро. Девочка, она хрюкает, вот эта маленькая. А ну-ка заговори на минском. Ой, на белорусском. Я не умею. А я живу до 3 года, я ничего не знаю. Давай быстро, ну серьезно. Ну я не знаю. Ну давай, ну быстрее, ну ё-моё. Я не умею. Фразу какую-то скажи. Сердечно запрошаем. Сердечно запрошаем всех. Короче, подписываться на мой канал. Я бывшая Мартыненко, ну, знаете, бросил, потому что не дала возбудиться для спермы. Слушай, короче, все вы такие. Бросил, не даете поэтому сперму для гомункулов. Блин, здесь охуенно просто. Ко мне уже 3 человека подходило фотографироваться. Стоп, а ты что не фотографируешься, не понял? А ты мне нужен, что ли? А когда будет Настя? Ну ты че? Что такое? Гомункул. О, откуда? С Камчатки. Ты боишься, как будто я тебя не знаю, что делаю. Как будто дубинкой тебя луплю, а ты вот так все. Именно не просто, а именно вот так. Будь фотографироваться. Да вот, я не буду с ней фотографироваться. Я не фотогеничный. Не знаю. Привет. Привет. Господи. Водку в лодку. Водка? Ну только что я сюда прилетел? А, нормально. Короче, ну, мне все завидуют. А что, уже всем рассказала, да? Нет. Понятно. Нет, ляпалка. Послушай, короче, написал пацан, твой фанат еще там вообще, написал, типа, Мартыненко в Минске. Я такая, типа, что ты пишешь? Нет, ну типа, Мартыненко в Минске, и что он, зачем он прилетел сюда? Я такая, что ты врешь? Он репостнул запись, я тоже репостнул. Ну не снимай, вот он сказал. А что такое? Камеру в лицо, ты что? Так камеру ж. Я же стесняюсь. Так я ж камеру. Но. Это начальный уровень. Знакомство. Да я ж слушаю. Я ж понимаешь, у меня 2 уха. Я одно тебе и одно туда. Это я. Это он меня выберет. Я только девочек выбираю. Он сказал, что он только мальчиков выбирает. Ну так многие думают. А сколько тебе лет? 16. Блять! Я сказала, что я к подруге. Мамка сказала, что к подруге? Да. Мама сказала, что к Андрюше еду. А твоя что сказала? Сказала, кто это? А кто я? Что ты сказала? Гомункул. Мамка видела, что я смотрела? Голову мужчину какого. Вы видели, что там какой-то мужчина? У 3-летнего мальчика там побольше, чем у мужчины этого. А что потом идем? Уединяться. О, да. Да подождите вы. Калиласка. Калиласка? Поскорьте посадку. О, пошло-поехало. Да, калиласка, поскорьте посадку. Осторожно, двери зачиняются. Я это сколько раз сегодня слушал, и мне так было смешно. Я пытался повторить, но не получалось. Тяжелым женщинам, инвалидам и пожилым. Пожилым. А я думала, знаешь что? Ты думала, что я выше? Да нет, это я промолчала. Просто все так говорят, я решила. Все так говорят, точно. Я 1,65 м. Ну, в Минске есть море? Ну там да. Такое озеро. Ты беспалевно меня снимаешь? Ты дебил. Ах ты, сука.
сука. Мажор расплачивается. Короче, снимай мою морду. Я очень переживал, что мы не сможем купить ничего, потому что у меня карточка гривневая. Деньги я не поменял гривневая. На белорусский. Никто не хочет гривны менять. Наконец-то купили. Я думал, что не получится. На 635 тысяч 100 рублей. Сейчас сколько это может? 635 тысяч. На русский это около 2500. Мне все равно, мне просто удивляет, что именно такая цифра длинная. 635 тысяч. Подожди, а у вас как не так? У нас просто там, допустим, 500 гривен, все. А, без тысяч, да? Просто без тысяч. У вас как, мы купили. У вас как в игре Монополия. Все, хватит мне, память не резиновая. Погнали домой. Андрюша купил нам носочки. Да. И самое главное, это да, носочки. Носки, белые носки. Нам главное в полном составе добраться, потому что одна из нас, одна из вас несовершеннолетняя, поэтому... Тише говорю. Да, если ее спалят, ее загребут. 23:49, а в 23 нужно быть одной из нас уже дома. Одной из нас. Одной из нас. Это не нас, папа? Я в библиотеку хотел. Она потухла как раз. Серьезно, очень. Который раз смотрю, не могу. Мне на скотч... Ну-ну-ну. Мне на скотч тесно. Держи, тесный. Знаешь, где тесно? Я вам потом расскажу, подержать. Когда мы... Нет, я буду держать. Смотрите, время, да? А Андрей еще не дома. Боже, вы типа понтуетесь, что вы до 11 вечера... Блядь. Смотрите, как он боится. Смотрите. Тихо, тихо, тихо. Давайте быстрее забежим и все. Давай быстрее. Смотри, смотри. Она за... Юль, это не то, что ты подумала. Не, я серьезно. Или то? Нет. Да, ты что, вообще что ли? Я шестику нервничаю, видите? Юля, все хорошо, мы пошли попить сока. Реально сок? Я сниму. Мне кажется, ты усугубляешь ситуацию. И она сейчас смотрит этот влог, я рядом сижу и охуеваю. С кем ты связался? Сейчас она начала уже мне пиздить. И кричать, да. Мы на 10 этаже живем. Смотри, она не будет тебя бить. Юля, не бей его. Да, ей вообще 16. Уже меня отпиздила, я ей, уже ей вообще 16. Кому? Тебе. Сюда. Снимай ешок тебе. Это у тебя дом такой? С такой дверью я не буду тут ночевать. Чудесно. Ну, тихо, блядь. Это полицейнеры. Не хочу, чтобы они слышали, что тут насилую вас. Сука, застрял. Вот где живет Мартыненко. В дырку не может попасть, еще что-то хочет. Смысле, с первого раза. Может, это не твоя квартира? Это точно твоя квартира? Ты уверен? Ой, я думала, это икона, это не икона. Мартыненко, где разуться? Ой, у нас мест много, где мы можем... В смысле? Мы будем спать все в одной кровати. Юля, это не то, что... Вот в этой кровати мы будем все спать. Вальтом. Вы будете в моих ногах. Мартыненко купил нам носки, смотрите. Я содержу своих фанаток. Носки! Я идеальный кумир, видите? Я боюсь порвать. Я тоже боюсь порвать. Давайте все раздеваться, потому что сильно жарко. Фанатки включили мои влоги и пересматривают. Господи, какой конченый, слушайте. Да ты шо? А знаете, не знаю, что хуже, то, что вы это смотрите, или то, что мне даже не стыдно? Обычно стыдно, когда смотрят твои видео, а мне что нет. Включи, где он с голой задницей. Нет, подожди, я хочу, я... Мне, пожалуйста, просто сок, Андрей. Я придумал. Давайте по традиции я вам покажу, что... Что? Не-не-не-не-не, мы пока же еще не выпили. Пока мы будем пить, я вам покажу секретные архивы из жизни Кирюши. У меня есть пару видео о Кирюше, о которых даже он не знает, и никто их не видел. Там где-то просмотров 200, может быть. И то это типа любительские просмотры, где вот мы, так как сейчас собираемся, и просто смотрим. Вы этого не увидите. И никогда, и никогда. Да. Я уже миллион раз это смотрел. И сейчас покажу и вам. Эй! Доброе утро. Андрюша, сфоткай. Андрюша, сфоткай меня. Андрюша, сфоткай. Я твоя. Андрюша, сфоткай. Андрюша, сфоткай меня, Андрюша, сфоткай.
улыбочку. Я твоя, Андрюша, сфоткай. Андрюша, сфоткай.